сёлета больш за 6 здолеют уладкавацца на колаў. Урачыстае адкрыццё 2017 комплексе курган без чаму студатрадаўся менавіта тут падрабязнасць. Сельгас не работа у медицинзах студентов Могилевщины. Улях, например, все лето, но наведая Островецкую А. География працеулаткования улицы Республики Беларусь. Уже у нас находится на Краснодарском крае России. Левводстрой также строить. Вот, там студенты БГСХ. Конечно же, ну и у нас в объектах, которые были и в прошлом, явлены, заложены. Работаемся, что достойно ее выполнить. Левщине было створено больше для многих студентов процесс завести новые знакомства, новые страны. Вести время, найти хороших людей, потому что работать, это все-таки как учителем, это всегда очень собрать в колледж, либо в школу, это всегда очень классно. Были строительным отрядом, хозяйственным, в этом году мы пробовать себя в волонтерском. Сейчас мы вольемся в движ в нашем славном городе Бобруйск на безвозмездной основе. Семестр не выпадково прошел. Райцентр рыхтуется до прорынки 2017. Это вырешили один день без объектов доброго порядкования, что на постоянной основе два студентских отряда. Александр Артемьев, новинный регион.